Здравствуйте, дорогие друзья! Мы решили разобрать стиральную машину. У нас была такая причина, которая система отжима не работала у нас. Мы сняли снизу дно и решили проверить фильтр, который сливает воду. Вот мы здесь сняли шланги. Здесь имеется мотор. Вот имеется мотор, который сливает воду. И вот отсюда шланг идет. Ну, потом, когда поставлю, покажу. Вот этот шланг находится вот в таком положении. Вот в таком положении мы его сняли. Когда будем ставить, тоже снимем. Вот, смотрим. Внутри, смотрите, мы высыпали накипь. Здесь находится, здесь кровки. Вот, везде, видите, накипь находится. Кроме этого, еще здесь, смотрите, вот здесь имеется накипь. И еще тут нитки, ворсинки, все накопилось здесь. Здесь тоже надо прочистить, везде. И здесь тоже надо прочистить. Сейчас я прочищу его, потом дальше покажу, как надо его поставить обратно. И включим, проверим, что мотор на стиралке, а здесь барабан находится, вот барабан. Стиралка попадает сюда, а отсюда сливается у нас. Если какой-то мусор, не мусор, все тоже здесь накапливается. А сливается уже вот отсюда в канализацию. Вот. Там... Вроде чисто. Вроде вот здесь тоже чисто. Здесь тоже чисто. Да. В рабочем состоянии уже большие находится. Большие накипи. Здесь практически 30-ка шланга, можно сказать, 25-30-ка где-то идет. И даже палец не заходит. Вот этот болтик находился у нас, саморез, вот здесь, открутили, тяжелый бы случай, но мы это сделали. Сейчас отсюда снимем, аккуратненько вот на бок сделать, и сюда, вот аккуратненько снимаем, сейчас посмотрим на лицо этого моторчика шланга. Вот здесь, видите, тонкий слой накопился, мы это тоже сейчас очистим. Здесь небольшой накип, конечно. А вот здесь у нас вообще кошмар творится. Видите, там практически дырочки не осталось. В воде проходить тяжело было. Вот здесь, видите, как аккуратно падает вот накип. Да, здесь слоями идет. Сперва мягкий слой, потом твердый слой. Да. Вот это тоже разобрали, здесь имеется магнит, вот это сам магнит, вентилятор, вот который у нас был мотор, он здесь находится внутри, я его ставить не буду, потому что здесь, видите, грязь, я его вытащил, почистил, вот это, грязь не было, а здесь грязь еще остался, сейчас я его тоже почищу, а потом я вам покажу, в каком он состоянии находился. Вот, я его сейчас почистил, видите, какой он чистый, и это тоже чистый, сейчас хочу немножко внутри смазать, видите, здесь. Чуть-чуть. Смазка была, но она была грязная. Ну, сейчас протру сухим местом. И вот ставим. Вот, плотно села. Вроде хорошо крутится. Думаю, что достаточно будет смазки. Не знаю. Все, это есть. Вот, сейчас уже соберем постепенно. Аккуратненько. Здесь соберем аккуратно вот так. Опа, раз. Два секунды пошло. Доставим. Вот там здесь мы. Аккуратно вот так ставим. Вот ставим уже резиновый шланг.
Одна сюда идет. Одна сюда. Вот хомут, ты тоже установил. Раз хомут. Два хомута. И вот третий хомут. Все, закрепили. Это тоже же установили. Все, подключили. Сейчас оно тоже соберем. И все, проблем не будет, думаю. Вот закончили ремонт. Как видите, аккуратно. Вот как раз включили отжим. Спустилась вода аккуратно. Работает без проблем. Удачно все прочистили. Все аккуратно получилось. Спасибо за просмотр.